Привет! Я хочу вас пригласить на марафон депривации сна, который состоится 2 июня. Что такое депривация сна? Почему о ней так много говорят, но так мало рассказывают? Что она дает? Почему так важно хотя бы узнать о том, что происходит с твоим телом, с твоим сознанием, с окружающим миром, когда ты находишься на депривации. Что такое депривация? Это не просто убрать сон. Это не просто не спать какое-то время. Депривация сна – это про те метафизические способности вашего организма, которые вы можете прочувствовать, когда вы находитесь вне сна, когда вы находитесь на облегченном типе питания, либо вообще без него. Это те ощущения, те чувствования, которые будут вас вновь и вновь возвращать туда. Потому что такого, что вы переживете на депривации, с вами еще не случалось. Те вещи, которые происходят на депривации, те сказочные события, то волшебство, про которое многие говорят, но не рассказывают, я с вами поделюсь. Вы окунетесь в новый мир, вы окунетесь в нового себя. Вы будете осознавать, что вы можете жить еще и другой жизнью. Вы можете думать абсолютно по-другому. Вы можете сами создавать свою реальность. Да, абсолютно сами. Все что угодно. Те вещи, о которых вы раньше читали только в книжках, в сказках и смотрели фильмы завораживающие, мистические, фэнтези. Это может происходить с вами. Именно в той плотности реальности, в которой вы находитесь сейчас. Я вас жду. Присоединяйтесь 2 июня, и мы с вами окунемся в мир вне сна.